попадает в сказанное в публичном поле, изначально попадает вот в эти самые кавычки, и оно невозможно, так сказать, напрямую. И все мы должны помнить, кто сидит за нашу и вашу свободу сегодня. Это девушки из группы «Пусть Рает», Надежда Толоконникова, свободу, Екатерина Чернуцевич и Мария Алехина. Свободу, пусть Рает! Так сказать, не утрачивает актуально, к сожалению. Я ее сочинил 8 марта, мы ее послали им в СИЗО, и вот приходится ее снова исполнять. Итак, Иисус спасает, патриарх карает.